тоже на белый. Синий подарок, я здесь буду приезжать сейчас. Зажат в угол. Сейчас назначен головой, но нет ничего подобного. Отворот в атаке у нас по-прежнему Спартак, но перехвачен мяч, и игрок Зенита вновь совершает проход по правому флангу. Но опять же на своих местах оказывается оборонительные редуты Спартака. Задержан аккуратненько мяч, отобран и переправлен на половину поля соперника. К сожалению, ничего не удалось предпринять такого, что могло заставить понервничать арбитра. Команда «Зенит» кричат орешки. Давай, вперед, мы слышим. Зенит сейчас должен предпринять попытку отыграться. Как мы видим, нападающий команды Зенит оказывается на газоне. Аккуратненько будучи уложенный игроком команды Спартак. И еще раз на нем фалят, судя по всему, фалят не настолько опасно, чтобы был назначен штрафной. Да, это игровой момент. Мы выиграем. Вот это уже не футбольный. Это уже, кстати, не футбольное поведение. Нам бы не хотелось доводить до подобного выяснения отношений. Друзья мои, давайте все-таки умерим пыл, несмотря на внушительные призовые, скажем так. Несмотря на тот, который вам сегодня пришлось пройти. Итак, как только что мы стали свидетелями завершения, фееричного завершения первого тайма между двумя командами, матча между двумя командами «Зенит» и «Спартак». «Спартак» у нас пока ведет со счетом 1-0. «Зенит» нарывает догоняющих, пытается исправить ситуацию. И таки, я думаю, что сейчас эта ситуация будет направлена в другую сторону. Через 5 минут, когда завершится этот матч, я думаю, может быть, даже обойдется без послематчевых пенальти, мы увидим выступление следующих лидеров, которые покажут здесь свой класс на самом зеленом газоне, на газоне нашего чемпионата. И я бы хотел, чтобы многие из тех, кто сейчас спокойно взирает на происходящее на нашем поле, все-таки наконец-то высекли огонь из своих очей и разразились аплодисментами в честь девушек, которые покажут здесь свое мастерство боления. Мастерство с большой буквы. А мы видим команду «Зенита». Сейчас не удалось третьему номеру получить мяч и забегал в рог, но был неточный пас, и он поторопился. В общем, ничего хорошего из этого не вышло, очень жаль, хотя задумка была очень хорошая. Второй номер сейчас играет через восьмого, назад отдает мяч и пытается проход по флангу провести в противоположном крыле. В первом тайме вновь проход по правому флангу. Аккуратно играют наши игроки, не забивают сейчас. Спартак, хотя и мог себе позволить, увеличить разрыв. Ну, прерывается и атаку в
всего лишь нужно выбить мяч за площадку. Помогает. Еще раз мяч, раз за разом у нас попадает в площадку. Перепархивает легкой бабочкой через борт. И нам остается только сожалеть о том, что игра сейчас, кстати, сейчас она теряет свой тот самый накал, которым вполне себе обладала в начале и во второй половине первого тайма. Сейчас уже чувствуется, что игроки подустали, действительно сыграны не по одной игре, могу сказать. Посему, даже несмотря на то, что приходится играть два тайма по 5 минут, и отдыхать приходится тоже там минут по 10-15 между играми. Но все равно видно, что физически кондиции не те, что были сегодня днем. Да, мы с этим перестали, хотя все равно представляю, что за градусом и градус. И градус этой самой игры тоже повышается. Чем ближе к финалу, тем больше. Вы посмотрите, практически, я говорю, по хоккейному уже играл, уже играл и форт, и не стесняются играть игроки, принимать, подставлять корпус под выигрышный игрок. Все бывает. Сегодня мы видели все практически, все, чем красен, скажем так, футбол. Все, за что мы этот футбол любим, мы видим сегодня здесь на нашей мини-площадке на мини-футболе. Вратарь в игре мы видели только что. Вратарь. Ну нахуй! Середины поля, 10 номер, Спартак пробивает ворота, попадает во вратаря, удар был хорош, мы не слышали просто по звуку, который разнесся над нашим стадионом. И сейчас мы видим, как игра наша уже переходит в какой-то такой дикий мем, что так сказать. Будем применять вот шахматные термины в нашей игре. Финал в исполнении великолепных команд Спартак и Зенит. Все, поворачивайся! Ну! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай!